7 офисов МФЦ сейчас работают в Одинцовском округе. Учреждение появилось в 2013 году. Тогда в муниципалитете их открылось всего 2, и они были мобильными. Сначала там предоставляли менее 50 услуг. Сегодня их 358, 239 из которых можно получить онлайн. И качество ежегодно улучшается. Основной популярностью услуг пользуются это выписки из домовой книги, электронная услуга, компенсация ЖКУ, социальные карты жителей Московской области, комплекс услуг «Многодетная семья» и выплата гражданам Украины и ДНР и ЛНР. Много услуг, которые можно получить на электронных сервисах, появляется по информированию бизнеса. Это данные о субсидиях, мерах поддержки и многое другое. Также проконсультироваться можно в центре «Мой бизнес» по адресу Можайское шоссе, дом 71. В Одинцовском округе успешно реализуют пилотные проекты в этой сфере, что говорит о высокой компетенции работников учреждения. Мы свои, так сказать, благодарности начали получать, и первое лидерство еще в 2015 году была получена первая благодарность от Андрея Юрьевича Воробьева. В 2017 получили благодарность за лучшее отделение, это в Никольском. Есть у нас благодарность от Максима Станиславовича Орешкина, министра экономического развития Российской Федерации. А в эту пятницу мы получили первое место как лучший МФЦ согласно проведенному голосованию. В 2020-м был награжден лучший сотрудник МФЦ по Московской области. Критерии оценки офиса – это реализация пилотных проектов, стабильно низкий уровень ожиданий, высокий уровень лояльности и удовлетворенности заявителей. Молодой активный коллектив. Несмотря на то, что у нас центр занимает высокие места и в рейтингах, и в голосованиях, и отмечаются на федеральном уровне, на региональном и здесь, среди, на территории нашего муниципалитета. Там есть куда расти, необходимо сокращать время ожидания, повышать качество услуг, проводить масштабное информирование населения о том, как получать услуги, в том числе удаленно через портал госуслуг. Позаботились и о старшем поколении. Для них в офисах установлены компьютеры, на которых можно оформить онлайн-услугу с помощью представителей МФЦ. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».